Государственный казахский музыкально-драматический театр имени Абая начал свой 86-й театральный сезон с премьеры комедии «Бео Хаздарай». Спектакль поставлен режиссером в честь Года молодежи. На премьере побывала наша съемочная группа. «Бео Хаздарай» – это молодежный спектакль о любви. Молодые и красивые парни из города ищут себе невесту. Один из них – доцент, второй – поэт, а третий – художник. Все они отправляются в поиски невесты в деревню и влюбляются в одну и ту же девушку, которая работает дояркой. С этого момента начинается все самое интересное и захватывающее. Стоит отметить, что главные роли исполняют молодые актеры театра. Среди актеров нашего театра есть как и профессиональные мастера сцены, так и молодые актеры. Так как этот год объявлен Годом молодежи, наш режиссер Ербол Жуазбек решил поставить спектакль о молодых людях, сделать акцент на их творчество, показать их талант в полной мере нашим зрителям. Комедию «Бео Хаздарай» Канатбека Байсиитова и Куандыка Шангытбаева поставил режиссер Ербол Жуазбек. Главную мужскую роль сыграл Жандос Шакен. В данный момент он учится в музыкальном училище имени Мукана Тулебаева на специальности режиссура. Талантливого парня заметили и пригласили работать в театр. Конечно, было очень волнительно, но благодаря этому опытному актерскому составу, благодаря поддержке режиссера, я многое для себя узнал. Немного волнения присутствует, так как это моя первая роль, это мой дебют. Хочу сказать всем большое спасибо. Главная женская роль Айсулу досталась более опытной актрисе Альмире Айджановой. Девушка отмечает, что также волновалась из-за разницы в возрасте, которую мог заметить зритель. Ведь она играла героиню, которая намного младше нее и партнера на сцене. Самое главное, на сцене красиво должны выглядеть партнеры. Поэтому я немного волновалась, боялась выглядеть старше. Однако я пыталась оказать поддержку, поделилась своими знаниями. Всего в спектакле было задействовано 12 человек. Яркие декорации и музыкальное сопровождение не оставили зрителей равнодушными, как и другие постановки. Стоит отметить, что коллектив театра имени Абая на недавно прошедшем фестивале театров завоевал номинацию «Историческая премьера» за спектакль «Ахметтің аманаты». Свою положительную оценку дал и народный артист Асанали Ашимов. Пакытгүл Казес, Ернур Калелов, телеканал «Семей».